Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня на нашем занятии мы вновь с вами будем отгадывать музыкальные загадки. Все загадки о животных, но только самая последняя будет не о животном. Об этом вы узнаете чуть позже. Все животные живут в своих домиках. Все крыши у них разного цвета. А еще мы будем отгадывать не только животных, мы будем отгадывать, чем они питаются, что они любят кушать. Вы готовы? Итак, начинаем. Вот у дома с красной крышей кто-то на дорожку вышел. Отгадай скорее загадку. Кто же это? Кто же там стоит? Лошадка! Мы лошадку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Мы лошадку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то вкусным угостим. Итак, чем же вкусным мы угостим нашу лошадку? Что любит кушать лошадка? Итак, ваши варианты. Так, слышу, слышу, слышу. А теперь правильный ответ. Сено! Сено любит лошадка. Вот у дома с желтой крышей кто-то на дорожку вышел. Отгадай скорее задачку. Кто живет в этом домике с желтой крышей? Итак, отгадка. Кто же там стоит? Собачка! Мы собачку навестим, навестим. Чем-то вкусным угостим, угостим. Мы собачку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то. Итак, что же любит наша собачка кушать? Итак, ваши варианты, ребята. Так, слышу, слышу, слышу. А теперь правильный ответ. Косточка! Косточка! Синей крышей. Кто-то нам навстречу вышел. Кто же это? И встречает у крылечка. У крылечка. Кто нас встречает? У крылечка нас встречает... Нас кудрявая овечка. Мы овечку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим. Угостим. Мы овечку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то вкусным угостим. Итак, что же любит овечка кушать? Овечка, ты что любишь кушать? Ребятки, отгадываем, отгадываем. Итак, слушаем правильный ответ. Травка! Травку щипать любит овечка. Зеленой крышей. Он на улице всех выше. Всех выше. Ты подумай не спеша. Кто же там живет? Кто же там живет? Высокий дом с высокой крышей, конечно. Жираф! Жираф! Мы жирафа навестим, навестим. Чем-то вкусным угостим. Жирафа навестим, чем-то вкусным.
Что же любит есть жираф, ребята? Ну, конечно, травку щипать ему неудобно, у него длинная шея, нагибаться ему тяжело. Конечно, ему проще всего срывать с деревьев... Листочки! Листочки! Крыша светло-голубая. Светло-голубая. И калитка небольшая. Калитка небольшая. Загорает на полянке, как вы думаете, кто? Озорная обезьянка. Обезьянку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Обезьянку навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Обезьянка. Ты что любишь есть? Твое любимое лакомство это... Ребятки, подсказывайте. Правильно! Банан! Банан! Вот оранжевая крыша. Это домик серых мышек. Мама, мышка, папа, мышка. Малышу читают книжку. Серых мышек навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Серых мышек навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Что же любят мышки кушать? Ну-ка, ребятки, подсказывайте. Правильно, они очень любят есть... Сыр! Сыр любят мышки! Трактор к дому подъезжает! А вот и последняя наша загадка. Это не животное, это... Трактор. Это трактор, это транспорт, да? Как бы легкая загадка сразу получилась отгадка, но мы должны будем отгадать, что же любит есть трактор. Слушаем. Всех знакомых угощает, но мотор урчит, послушай. Трактор тоже хочет кушать. Трактор тоже хочет кушать, как и любой транспорт. Заведем, на заправку отвезем, отвезем и отправимся к друзьям по лесам и по полям. Всех зверушек навестим, чем-то вкусным угостим. Ну что, ребята, как вы думаете, чем питается наш трактор? Конечно, на заправке горючим. В него в бак заливают горючее, и трактор может двигаться. Вот мы все сядем на этот трактор и поедем в гости к нашим зверушкам. Молодцы, ребята! Вы все угадали, с вами было очень-очень весело. А ну-ка давайте мы изобразим, как же работает мотор нашего трактора. Брум, 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 брум. Помните нашу игру? На машине едем к маме. Брум, 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 брум. Мы не ели, мы не спали. Брум, 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 брум. Целый день мы за рулем. Брум, брум, брум. Брум, все нам было нипочем. Брум, 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 брум. Молодцы, ребята. Ну что, настала пора с вами попрощаться. Спасибо всем за участие в моем занятии. До новых встреч!